Великобритания строит радиорадар на случай агрессии РФ. Радар позволит Великобритании и НАТО развить понимание ситуации, которая складывается в воздушном пространстве севернее Британии и далее, через Норвежское море. Его стоимость составляет приблизительно 14,2 миллионов долларов. В Великобритании на острове Унст в Шетландах строят новый радиолокатор, который должен усилить способность вооруженных сил государства отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты и поможет защититься от российской агрессии. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важный для защиты Великобритании, поскольку мы реагируем на усиление глобальных угроз и укрепляем нашу способность с ними справляться, сказал глава Минобороны Британии Гавин Уильямсон. Так, радар позволит Великобритании и НАТО развить понимание ситуации, которая складывается в воздушном пространстве севернее Британии и далее, через Норвежское море. Также новая технология позволит улучшить суверенный потенциал Британии в период обострения российской военной активности. Строительство этого прибора якобы было связано в том числе с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы. Таким образом, Унст, по мнению представителей ведомства, вернется к своей бывшей роли, которую он выполнял в 1960 и 1970 годах. Тогда остров использовался в качестве радара раннего предупреждения на северном фланге НАТО. Стоимость радиорадара составляет приблизительно 14,2 миллионов долларов. Напомним, ранее сообщалось, что в основу новой национальной оборонной стратегии США легло противодействие России и Китаю. По материалам сайта newsgro.com.